Итак, бонусная игра. It is done. Once King Alexandros performs the blood ritual, Brasino will lose the goddess's favor. The war will be over and Kokino will rise again. Принцесса Наяда? Что она здесь делает? Я должен вести себя естественно. Chancellor, I'm so glad I found you. My little sisters are missing. Канцлер, я так рада, что нашла вас. Мои маленькие сестры пропали. I've told Daphne and Teresa 1,000 times not to go near Kokino, but they never listen. Я 1,000 раз говорила Дафне и Терезе, не подходить к каким, но они все время не слушаются. I'm worried they've been captured by some Kokinoan soldiers. Can you help me find them? Я боюсь, что их схватили солдаты Кокино. Можете ли вы помочь мне найти их? Новое задание. Узнайте, куда исчезли принцессы. Так, вот полумесяц. Так, это солнышко, это полумесяц. Так, а тут что? Здесь, похоже, нужна ручка. Эта война была разрушительной. Мы можем надеяться только, что она скоро закончится. Часть рамки фрески. Так, а что нам посоветует советчик? Он посоветует идти ко входу в храм. Золотая русалка. Это какая-то сисястая клава. Раньше здесь была большая ракушка. Вот она. И, короче, начался СПП. Yeah.
Так, вот это что за... А вот оно. А еще вот это, наверное, плавничок. Так, и осталось вот эти две штучки найти. Вот одна. И... Так, и еще. Крайняя уже... Штукенция. Рубиновая меч-рыба. Так, получена награда. Мастер-стрелец. Морская богиня. Скоро Кокина будет снова под ее защитой. Так, фигурка морского конька. Вот это. Вот это где-то здесь. Так. Жемчужная ручка. Перепрыгивайте одной рыбой через другую, пока на доске не останется одна. Так, ну. Я что-то
малейшего огня. Так, ну, ясно, пошли дальше. О, красота. Хорошо быть так близко к дому, но эти пропавшие принцессы меня беспокоят. Осмотрюсь-ка я вокруг. Так, вот. Фигурка морского конька. Еще одно СПП. Скрытый поиск предмета. Это круглое. Где оно? Что это значит? Здесь изображены две принцессы. Твои принцессы у нас. Они будут возвращены в королевство Прасина после твоей полной капитуляции. Так, задание выполнено. Знаете, куда исчезли, мы знали. Какое теперь задание? Заданий нет. Так, заданий пока нет. Вилло Цепа. Вилло Цепа. Так, этот старый замок очень сильно пострадал. Ай, война приносит такой ужасный урон. Так, сваливаем, мамулечка. Что тут надо? Отдать медальон?
Нет. А, кулон Дафны. Where did you find this? The Watergate? Oh no. So they were taken to Coquino. Где вы нашли это? У водяных ворот. О нет, значит их доставили в Coquino. There's a secret passage that goes there, and luckily I have the key for it here. Please hurry. Туда ведет секретный задний проход. И как здорово, что у меня есть от него ключ. Пожалуйста, поторопитесь. Ключ от секретного заднего прохода. Изумрудная меч-рыба. Ага, а где мы ее видели? А видели мы ее... Тю. А, перенесемся быстренько. Видели эту рыбку мы вот тут. И вот ключ. Ага. Значит, принцессы Просина действительно у них. Их королевские высочества умеют быть не в том месте, не в то время. Я должна найти их. Король лишился рассудка. Если мы останемся, мы обречены. Его жены продолжают исчезать. Морская богиня нас покинула. А он по-прежнему настаивает на том, что его шпион всех нас спасет. Надо бежать. Мамулечка, надо бежать. Ой, надо бежать. Тю, ёлки, забрать же надо. Мне придется распилить эти доски, чтобы попасть внутрь. Но я синпень. Так, хрустальный осьминог. Хрустальный кальмар. Еще нужна хрустальная медуза. Так, вот нашли полумесяц. Так, здесь полумесяц. Бутылка воды. Когда я здесь был последний раз, храм еще стоял. Что же произошло? Мой храм в руинах. Только наш король не понимает, что морской богини не существует. Она не пользовалась так долго, что все перестали ей молиться. И боюсь, что мой храм в конце концов забудут так же, как и ее саму.
Понятно, король был одним из последних поклонников морской богини. Так, здесь делать нечего. Так, это что? Так, судя по очертаниям, здесь должна быть рыба. Кто-то отколол фрагмент рамы. Так, где фрагмент рамы? Так, ну, по-моему, тут делать больше нечего. Это я что-то тут из притч собрал. Так, совет. Подобрать нужно цепь. Так, а ну-ка. Есть. Теперь надо рукоятку еще найти. Это ж золотая русалка. И куда ее тут ставить? А, книгу забрать. Все жители могущественного королевства Кокина свободные граждане. Но, несмотря на это, никто не может войти в запретную комнату. Любая попытка пробраться в нее заканчивалась трагедией. Так, мамулечка, сваливаем. Разрушенная пещера. Так, ладно. В составе из круглых фрагментов картину на стене. Ну, я ее, в принципе, составил, когда проходил. Когда проходил эту игру. Но сейчас попробую показать вам. Так. Как тут это все менять надо? Так. Так, это
тут уже закончено безобразие. Здесь вот тут же. Сейчас, тихо, вот так. Симпатичненько. Так, это нет. Куда? Что-то похоже. Так, 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 вот здесь что-то не то.
Так. Нет, здесь явно не то. Так, что-то вырисовывается. Все. Ой, это кто? Рукоятка. Надо разрезать паруса чем-то острым. Говорят, что любой, кто входит в запретную комнату, тут же становится заколдованным, призрачным и лишенным покоя навеки. О, ножовка. Ножовка, это я там распиливать должен. Доски вот эти. СПП очередное. Так, теперь вот такой, это змея, вот она. Когда вернемся, то разрубим. Разрубим. Вот эту вот штучку. Вот рукоятка. For the trouble. Our boat got caught in a swift current towards Coquino. Канцлер, простите нас. Мы плыли в Коквино, но сильное течение подхватило нашу лодку и понесло в открытое море. We tried to return, but that crazy King Bluebeard caught us. He took Teresa somewhere. I hope she's all right. Мы попытались вернуться, но этот безумец, король Синяя Борода, настиг нас и похитил Терезу. Надеюсь, что с ней все в порядке. He tied our boat at his secret pier, but we must hurry. We've got to save her. Он привязал нашу лодку к своему тайному пирсу. Нам надо спешить. Мы должны спасти ее. Так, дала нам конячку. Девочка что-то уронила. Так.
деревянная коробка. Ну вот, лошадка. Это деревянная ручка. Это ручка к вот этому цепу. Увы, я не смогла устоять. Я отыскала путь в запретную комнату, но теперь опасаюсь за свою жизнь и должна бежать. Король абсолютно не в меня. Так, надо поискать в другом месте. А что нам подскажут? Подскажут, что надо сдрыскивать отсюда. О, Дафна, стой! Она побежала к дворцу. Я не смогу пробраться через эти заросли. Надо придумать, как от них избавиться. Ну как? Мечу. Так, здесь потребуется немного воды. Ох, как красиво. А эту часть надо чем-то поджечь. Мой дом. Как здорово снова видеть дворец моего короля. Синяя борода. Король Кокино. Когда король Синяя Борода оставил своих жен во дворце на время своего отсутствия, он дал им полную свободу. За исключением одного. Они не должны были входить в запретную комнату. Синяя Борода был предан собственными женами. Все они пошли против его воли, а их любопытство довело их до печального конца. Часть фрески. Так, а что нам поставить? На тайную пристань пойти. Серебряная русалка, вот золотая. Псичка какая-то. Вот полумесяц. Тут СПП. Так, это фигурка. В
фигурка богини, между прочим. Осталось крайнее найти. Часть вот этой фигурки. Где она? Да ёлки. Ну вот такая штуковина. Где ж она может быть? По краям тут нигде ничего. Вот. Chancellor, please, you must rescue Teresa. Who knows what that monstrous king is doing to her? Канцлер, прошу вас, спасите Терезу. Кто знает, что сделает с ней этот жестокий король? Так я канцлер. Don't worry. На повышение пошёл. Не волнуйтесь, мы вас подождем. Пожалуйста, будьте осторожны. Вот. Отдала какую-то хрень. Они будут ждать меня здесь. Я должен найти Терезу. Так, война, она оставляет после себя лишь разрушение и страдания. Так, придется чем-то разбить этот камень. У меня есть чем. Королевство Просино не победить. Я видел это своими глазами. Они взывают к морской богине, и она отвечает им. Они должны быть, нашли способ использовать ее силу. Я послал своего лучшего шпиона все разузнать. Но о нем ни слуху, ни духу. Верный Иоганн, ты предал меня. Ты предал Кокина. Так. Что тут, больше делать нечего? Почему нечего? Вот еще можно взять орнамент короны. Фигурка богини тут короны орнамент. Нет. А что ж тут надо?
О, что за богиня без корон? А это деревянная коробка. Кремень и огниво. Ага, это там на фреске что-то поджечь надо. Надо поджечь. Соберите две картины, перемещая квадратные фрагменты через пустые поля. Ну, короче, выглядит это так. Короче, как в пятнашки поиграть. Вот. Так примерно. Но только в итоге получится вот такое вот. Покои короля. Фигурка синей бороды. СПП. Очередное. Ты ба? Так, еще две штучки. Чего-то найти надо. Вот одна. И, пожалуй, где-то тут еще последняя. Вот. Да. Золотая корона. Ну так а наш ну почему тут фрагмент короны?
нет? Так, сейчас фрагмент. Есть. Фигурка богини, фигурка синей бороды, сапфировый глаз, две русалки. Это у нас тут целая куча есть всего. Ну-ка, фигурку богини. Фигурка синей бороды. И какую еще фигурку? Да, тут нету. Надо поискать в другом месте. Так, русалка золотая. Серебряная. И так, третья русалка. Тут ее нету. Так, вот, пожалуй, фреска. Рыба сюда. Это сюда. Сложите все кусочки головоломки, чтобы получить целую картину. А, ну тут понятно. Тут сильно долго разбираться надо. Печь. Лучше пропустим. Красивая картинка. Фигурка короля. Давайте перенесемся по карте туда, где это понадобится. Это ж не здесь. Фигурка короля. А вот и русалка. Поверните диски так, чтобы зеленые символы соответствовали не зеленым на смежном диске. Так. Если зеленый, а этот не зеленый. Так, давай. Начнем. Вот так. Здесь есть, тут зеленый, не зеленый, здесь зеленый, не зеленый, тут зеленый, не зеленый. Chancellor, thank goddess it's you. Канцлер, слава морской богине, это вы. King Bluebeard locked me here and left me to drown. Did you find Daphne? Король Синяя Борода запер меня здесь. Он хотел меня утопить. Вы нашли Daphne? Oh, she's at the pier with Найда? Okay, I'll meet you down there. Она встречалась с Наядой. Хорошо, я буду ждать вас там. Well, well, well. If it isn't my most trusted advisor.
You were supposed to be my spy, and yet here I find you releasing my precious bargaining chips. Ты должен был быть моим шпионом. А ты лишил меня всех моих козырей. Сейчас ты увидишь, как я поступаю с предателями, просинский мерзавец. Ага. Так, запретная комната. Ну что ж. Давайте осмотримся. Моя первая королева Элуиза нарушила свое обещание и вошла в запретную комнату. Она обвинила меня в любви к безжизненному портрету. И вот она безмолвная лежит прямо как на портрете, который она ненавидела. Моя вторая королева, Элеонора, нарушила свое обещание и вошла в запретную комнату. Она обвинила меня в любви к безжизненному портрету, в том, что я отдал ему свою жизнь. И вот она безмолвная лежит прямо как на портрете, который она ненавидела. Так, королева Элоиза, вы всегда были так добры ко мне. Что? Что? Монстр! Азуритовый глаз. Так, так, так. Ну что тут? Тут делать нечего. Ее глаза пустые. Ага, азуритовый глаз, сапфировый глаз. Ну, а ну-ка, ожерелье серебряное. Так, не похоже на целое ожерелье. Ну да, тут же кулончик должен быть. Моя третья королева, Изаура, нарушила обещание. И, короче, так же безмолвно лежит. Моя четвертая королева, Юдив, нарушила. И опять же так же безмолвно лежит. Ха. Так, а? Тут взять что-то можно? А ну-ка. Можно. Это подвеска серебряного ожерелья. Разместите части так, чтобы символы соответствовали изображению. Ну так сейчас. Так. Так, это как?
Нет, это не так. Так, все правильно. Себе. Вот это клоу. Так что? Что мы ее спасли уже? А, поздравляем. Вы завершили бонусную главу. Насладитесь бонусным контентом. Ну, давайте посмотрим. Сначала посмотрим награды. Зоркий. Получен штраф за лишние клики. Нет, не получен. Пауза в 5 минут в СПП кофеина. Ну, я такого себе позволить не мог, потому что записываю. Суперточность. Завершите одно СПП без ошибок. Это не для меня. Так, вот тут я 3 звезды получил. Так. 3 СПП без подсказок за 60 секунд. Мини-игру за 40 секунд. Одна звездочка. 15 мини-игр без пропуска. Ну, я там кое-что пропускал. Шелфей. Соберите все притчи. Запасливый в инвентаре. Так, ну и... духе. Так, найдите все чайные чашки. Это я вроде все нашел. Хорошо. Дополнение. Так, головоломки, ладно. Сцены поиска, ладно. Притчи. Допустим, в игре. Ты смотри, я тут еще и
полностью не собрал. Получается, ну где здесь притча? Черт его знает. А ну-ка, подсказочка. Понятно. Так. Тут. Где тут притча? Понятно, это типа морфинг объекты, точно, которые меняющиеся. Вот смотрим, меняется тут. Точно, видите, меняется. А тут где меняющийся объект? Ну, попробую сейчас подловить его так, без подсказки. Вот он. Так, а здесь даже интересно. А тут что? А. Допустим, где ее можно? Вот он. Так, а тут морфинг объект. Вот он. Хорошо, когда сразу. Ну, вот теперь тут можно почитать эти все притчи. Я сейчас
Не буду вам их читать. Так, хорошо. Назад. А теперь притча в бонусной игре. Так. Тут где? Объекты меняются. Где тут исчезает, меняется? Вот тут? Да-да. Вот. Ревнивый король. Понятненько. Так, теперь коллекции. Это полумесяцы, да? Давайте полностью найдем. Так, здесь же где? Вот он. Так, тут. Вот. Здесь сейчас. Вот. Так, не понял. Нет. Вот. Странно, тут я что-то не нахожу. А, вот. Она так в тенечке спряталась. Теперь в оранжерее. Что-то я не вижу. Совет. А, ну так. Так, тут. Ну, это, короче, как ПВО. Большинство я, конечно, ракет сбил. Но какая-то часть осталась. Ясно. Ну-ка.
смотровой комнате. Смотровая обычно в гинекологических отделениях. Вот. Ну и вход в Алый дворец. Где ж тут? Алло. Прямо над входом. Которые можно скачать. Вот видеоролики. И вот интересно, это сувениры. Видите? Что ж получается, я столько сувениров не ношу. Вот это да. Давайте будем искать. Вот такой сувенир. Где он? Вот он. Это сувенир. Вот такой. О, блин. Я таких сувениров даже не пытался и найти. Вот в чем дело. А их, оказывается, тут тьма тьмущая. Еще и спрятанный сувенир. О, так это вообще, конечно, полный пердемонокль. Это надо быть с таким развитым синдромом Цезаря быть. Как говорится, невозможно впихнуть невпихуемое. Так. Кубок. И где этот кубок? А вот он, наверху. Так, это какая-то хрень. Типа колокольчика.
Вот она еще какая хитрость в этой игре. Видите? Так, это... Вот он. Это рука. Короче, тут походу кликать и кликать надо. Так, теперь это типа вот так. Это чё за палка? Флейта. Так, здесь вот сувенирчик. Здесь вот ложечка. Шо, собрали все сувениры? Нет. Ты посмотри, да сколько шрифт. Получена награда коллекционер. Ну, как говорится, лучше позже. Ну, вот и все. Вот и все. Короче, эту игру мы закончили. Встретимся в 9-й, которая называется «Королева песков». Сейчас еще пойдут субтитры. А потом будет финал.